Так, вітаю усіх в ефірі програма «Арт Простір». Сьогодні вечір суботи проведете разом із нами в моїй компанії. І з вами сьогодні Тетяна Макушева, а також із нашим крутим гостем сьогодні. Скажу вам крутим, бо дійсно він знає, як подорожувати і працювати водночас, нічому собі не відмовляти і насолоджуватися життям, відвідувати різні країни, відкривати нові місця. Про це все будемо говорити далі з нашим гостем Ігорем Полтавцем. Але перед цим пропоную вам познайомитися з ним так коротенько через візитівку. Ігор Полтавцев – експерт з працевлаштування в інтернеті, мандрівник. Чоловік 11 років працює у сфері інтернет-маркетингу. Починав з нуля, без достатніх знань і грошей. Вже 6 років допомагає людям у пошуку віддаленої роботи та організації відпочинку. Любить подорожувати із дружиною та дитиною. Відвідав 23 країни. Отже, Ігорю, добрий вечір вам. Трошки познайомилися з вами, але хочеться все ж дізнатися від вас усі деталі. От як ви вирішили для початку, як ви вирішили от кинути усе в Миколаєві, їхати в іншу країну, почати працювати віддалено, от якісь роботи шукати через інтернет і просто подорожувати? Добрий вечір. Все почалося з достатньо таких банальних речей. Когда я учился в университете по специальности технической, я понял, что будущего у меня в этой специальности нету, мне нужно находить что-то другое. Mm-hmm. И у меня был один друг, который рассказал мне о том, что в интернете можно не только развлекаться и что-то искать, но и зарабатывать. Ведь вся большая инфраструктура, которая там существует, ее кто-то обслуживает, и ты можешь стать частью тех людей, которые это делают и здорово зарабатывать. Я понял, что мне это интересно, mm-hmm. у меня были тогда очень большие планы на жизнь, но я не знал, как можно самореализоваться. Я понял, что если я буду долго учиться, я трудолюбивый человек, да, много работать, то у меня что-то в конце концов получится. Mm-hmm. Так я засучил рукава и погрузился в эту новую для себя сферу. Какого-то опыта у меня не было, начинал все с нуля. Ось, до речі, з нуля. Скільки ви вже працюєте ось так от в інтернеті, подорожуєте, і от як відкривати до себе? З тих пор пройшло вже 11 лет. Ого. А путешествую я останні 6 лет. Слухайте, нічого собі. Ну а як відбувався взагалі процес? От, ну ви молодий такий, от, да, студент, не знаєте що, де, як, ну досвіду немає. Як шукали для себе цю роботу? Як відреагували взагалі батьки на таке ваше рішення, що все покинути, поїхати в іншу країну, працювати ось так через інтернет? Ви думаєте, для батьків ваших це якось дивно було, бо працювати ж треба ось тут на ділі, якось отримувати за це гроші, як можна знайти роботу через інтернет? Ну вот промежуток между тем, когда я начал работать удаленно и когда начал путешествовать, составляет 3 года mm-hmm. кропотливой работы каждый день. Я перестал видеться с друзьями, я начал заниматься спортом, чтобы себя в тонусе держать. И без выходных, с самого утра до самого вечера сидел и работал. Та работа заключалась в том, что я просто как губка собирал всю информацию, которая мне может пригодиться когда-нибудь в будущем. Я понимал, mm-hmm. что мне нужно как стакану наполняться, и что-нибудь с этого получится. В mm-hmm. итоге, когда опыта стало набираться больше, я пытался устроиться в разные компании, и там требовался английский язык. У меня его не было, я им обещал, что выучу, вы меня только возьмите. И потом мне как-то пришла мысль, что подожди, Игорь, у тебя уже какой-то доход есть, ты немножечко его увеличь, и тебе работа на кого-то будет совсем не нужна. Так родилась идея перейти мышление, перенять из наемного сотрудника в предпринимателя. И тогда я стал заниматься своей студией, мы создавали сайты, мы угу. их продвигали и потом продавали с них успешно рекламу. Это был очень такой успешный бизнес, и мы выбрали с моим партнером, с тем самым человеком, который меня к этому приучил, очень хорошее время для старта. Угу. А через ним ви маєте оце село у вас на Балі для фрилансерів. Я знаю, що ви заснували таке селище для тих, хто хоче віддалено працювати, відпочивати. І чому саме на Балі? Чому саме туди поїхали? Чому вибрали саме цю країну?
с тех пор, как я начал путешествовать 6 лет, я 6 лет назад я побывал в 23 странах, в бедных странах, в очень бедных и в очень богатых, как Япония, Мальдивы, Сингапур. Мне было с чем сравнить, и я по собственным ощущениям понял, что Бали мне нравится больше всего. Там есть и серфинг, и хороший интернет, и красивая природа, и чистые пляжи, и люди приезжают уникальные, иностранцы со всего мира. Вот такая вот солянка сборная крутых специалистов. И я подумал, что раз уж я здесь живу, давайте здесь делать и деревню удаленщиков тоже. А зачем делать в каком-то другом месте, да, лучше там, где ты живешь. Плюс, если мы сравниваем с тем же Таиландом, Бали – это такая вот диковинка для людей в большей степени. Это мечта для многих туда поехать. И мы захотели сделать специально, чтобы посложнее было. Ну, Таиланд – это уже было слишком скучно. Ага, тобто те, що найважче, ви вирішили його зробити, да, щоб краще. Що, які послуги, от як ви там працюєте, як взагалі живете в тому селищі, що, як відбувається? Это село представляет из себя несколько строений, которые размещены на территории в 16 соток. Вот. Там люди спят, отдыхают, у каждого есть свое какое-то пространство. Там есть две кухни. Одна как кафе, где можно прийти и заплатить, и тебе приготовят еду. Либо ты можешь приготовить что-нибудь сам, там два холодильника, плита, можно приготовить полезную пищу. И там есть множество локаций, микролокаций для проведения досуга, как бассейн большой, глубокий, красивый, беседка, теннисный стол, место для проведения йоги, каких-то активностей физических. У нас есть перекладина, можно подтягиваться. Есть место для работы публично, да, либо можно работать у себя в комнате. И люди занимаются, если рассмотреть какой-то стандартный день, они просыпаются, занимаются каким-то спортом, кушают, общаются друг с другом, делают план на день, выполняют свою работу. И когда уже там 2-3 часа дня, они уже думают, куда бы им поехать. Они собираются с друзьями или пишут в наш чат закрытый: ребят, кто на пляж, кто на серфинг, выезжаем через полчаса. И люди так вот собираются и поехали. У нас зараз в мене так в думках: боже, це ж мрія всього життя так жити. Захотів — працюєш, захотів — відпочиваєш. І, зрозуміло, половину дня там щось чимось займаєшся, далі просто відпочинок, далі просто займаєш свій вільний час, як хочеш. Це так, як таке маленьке студентське місто, да, для студентів. Да, так, відпочинку, да. Слухати, круто. І скільки ж це як початкова стадія, ну от звідти там починається якесь вільне життя, чи інколи приїжджають і надовго живуть? Як це відбувається? І так, і так. Чаще всього приїжджають люди, які за границей взагалі ніколи не були. Ага. Даже в Турції, Єгипті, і сразу на Балі для них це взрив мозга, це колосальний опыт життєвий. Є також ті, які много путешествують, і Балі у них стоїть в списке мечт. Часто люди приезжают и остаются жить туда, там надолго. У нас есть примеры ребят, которые вообще поженились, открыли совместный бизнес, кафе на Бали. Есть те, которые живут годами. Вот. В основном люди, если и уезжают, то часто причина — либо какие-то обязательства на родине есть, либо там родители, либо квартиру нужно сдать и вернуться на Бали, либо денежные вопросы. Слухайте, я чула таке, що у вас, коли приїжджають новенькі, то ви їм кажете або здавати квиток одразу, який назад, або взагалі не брати його, попереджаєте, або ваш напарник, то може його і спалити, і розірвати. Ось щось таке чула. От розкажіть, прокоментуйте це, чому так? Ну, як показує практика, люди покупають обратний білет, це як якась міра предосторожности, да, чтобы там вдруг не остаться. И скорее для родителей. Вот мама, папа, билет туда, билет обратно, я буду дома такого-то числа. Но когда люди приезжают, они видят, что опасаться нечего. Там простые, классные ребята, с которыми легко найти общий язык. Там приятно жить, там классный климат, там классно работается, классно обучается и живется. И люди так размышляют, и, блин, а я не хочу ехать, а билет уже куплен. И для многих становится таким вот как бы дилеммой возвращаться домой, уже есть билет, или оставаться, сдавать билет обратно. А в свое время я также поступил, я свой билет продал опять в авиакомпанию и получил с него там половину стоимости.
Вот. Я за более какие-то мягкие способы. Это мой партнер такой может прикалываться, да. Но мы людей, естественно, не заставляем там сжигать. Мы просто им говорим, что, ну, как бы, возможно... Він тобі не знадобиться, да, той квиток, так? Да, він тобі не понадобиться, просто по опыту. Угу, слухайте, ну круто. Я думаю, дійсно там приїжджають. Хотіла ось запитати, як взагалі, чи допомагаєте ви там знаходити роботу для фрилансерів? От, можливо, вони приїжджають там і от немає можливостей там, чи не знають, як почати. І це є початковою точкою для того, щоб почати займатися віддаленою роботою? У нас є такий варіант, що чоловік може приїхати, не має віддалену роботу, і він може її там знайти. Через общение с другими людьми, у которых там свои компании, через рекомендации. Он может подойти, подсесть к человеку, посмотреть в его компьютер и спросить, как ты зарабатываешь деньги? Ты можешь сказать, где я могу найти работу? И люди, которые опытные, для них не составляет труда тебе подсказать то, что на самом деле работает. Если говорить, что предоставляем ли мы какую-то работу людям, нет такого, потому что каждая работа, она как бы разная, и люди, которые приезжают, разные. То есть тут нету такого, как по блату, да, как у нас есть в обиходе, да, словесном. Если ты интересный парень или девушка, работа найдется. Главное не лениться и стараться узнать что-то новое. Хлопець або дівчина, молодь, отже, так може лише працювати? Чи, можливо, тут вікові рамки не існують? Нет, я так могу на всех называть. Я могу так и на пожилого человека назвать. То есть возраст не важен. Есть люди, приезжают и в 50, и в 60. 72 года у нас рекордсмен. Отец одной из... жительниц деревни, приехал, и он занимался своими делами. Это была не удаленная работа, он нашел, как быть нам полезным, он там починил, там что-то починил, со своим опытом приехал. Тобто будь-якого віку можуть працювати, собі спокійно Конечно, знаходити. Було б бажання. Ось так, було б бажання. І у нас є бажання ще мандрувати. Я знаю, що окрім того, що ви займаєтесь фрилансом, допомагаєте ось ну, таким от селищем, селищі жити, теж класно допомагаєте знаходити роботу, але або давати поштовх. Ви ще й мандруєте. 23 країни, просто неймовірне число. Але я знаю, що це не найбільше, що у вас в селищі навіть живуть ті, хто і більше побачив. Yeah. Але поговоримо сьогодні про вас. Які країни побачили, які місця відкрили для себе, як, з якої почали, яким закінчили і про що мріяти далі? Начал я з путешествия сначала по Україні, потім їздив в Москву. Цель була изначально посещати семінари, конференції, самообразування. Потім один із таких тренінгів, який я посетив, він був вже на Кіпрі. И для меня это стал такой билет за границу, так скажем. Я там побывал, мне понравилось, привез новые знания в Украину, и я понял, что моя деятельность позволяет мне не только путешествовать, но еще и зарабатывать деньги, чтобы еще что-то скапливалось. Я подумал, что было бы грехом не воспользоваться таким шансом, который у меня появился. И я поехал в Египет с другом, мы заехали в Израиль, вернулись. Друг продолжил работать в офисе, а я говорю друзьям, ребят, кто со мной, я хочу еще путешествовать. Многие говорили, что ой, я хочу поехать. Когда дело дошло до покупки билетов, все пас. В итоге я купил билет в Таиланд. И думаю, 3 месяца мне там будет более чем достаточно. Это очень далеко, очень такая тяжелая поездка. Еду сам, до этого я с друзьями ездил. И купил обратный билет, тот самый. Когда, как отреагировали родители, они были очень шокированы, конечно же. Но я им сказал, что, ну, смотрите, билет уже купленный, выбора нету, я точно полечу. Вы, а как реагировать на это? Позитив или в негатив, это ваш выбор. Це, напевно, теж було, ось один квиток, ось другий, я повернусь, тож спокійно, да, так? Да, это действительно важно для наших родителей. И когда я приехал в Таиланд, первые 3 дня было очень тяжело, признаюсь. То есть я не знал английского языка. Я вышел из аэропорта, у меня была куча теплой одежды. Я в феврале, 16 февраля полетел. Открывается дверь из аэропорта, оттуда горячий воздух на меня. И на табло температура 36,6 градусов жары в феврале месяце. Для меня это было все так необычно. Еда,
другая совершенно, много острой пищи. И вот первые там три дня я действительно вот выживал. Слушайте, а як же підготуватися до поїздки, подивитися хоча б яка? Я очень подготовился, хорошо. У меня были вопросы, которые, или так, аспекты, которые меня пугали. Угу. И я сделал список из примерно 70 пунктов, что меня страшило. Это было какие-то банальности, например, а если я потеряю сим-карту, если я потеряю банковскую карту, или банкомат я съест, и мне ее не вернет, как я буду брать деньги, откуда? Угу. И я купил платную консультацию у человека, у которого большой опыт. Заплатил тогда $70. Это было 11 лет назад. Угу. Вот. И за один час человек ответил мне на все вопросы, и мне полегчало. То есть я знал, что если что-то произойдет, то у меня есть инструкция, как я с этим справлюсь. То есть пишем влево проблему или угу. случай, а справа, что я буду делать, когда это случится, или если это случится. Угу. И я был подготовленным. Было все равно чуть-чуть страшновато, конечно, все ты делаешь неловко, но прошло три дня, и я начал чувствовать себя как рыба в воде. А потом я поехал на соседний остров из Бангкока, остров Качанг называется. Угу. Там уже были другие удаленщики, которые много путешествуют, и когда я попал к ним в тусовку, то как бы это были другие приключения. С тех пор я полюбил путешествия, и я спустя две недели с приезда я понял, что я хочу жить так всю жизнь. То есть я хочу именно так. Мне ничего другого не нужно. Угу. Там, почему мне еще нравится такой образ жизни, я не люблю, ну, такой человек не люблю по дому что-то делать, там какие-то бытовые вопросы меня угнетают. Творчая людина. Ну, не то, что творческий, я системный человек, но я не люблю тратить время на какие-то угу. вещи, там, мусор вынести, постирать белье, там, приготовить пищу. Мне угу. бы хотелось, чтобы этим занимался кто-то другой. И вот в азиатских странах там здорово развит туристический вот этот вот принцип, что все делает вместо тебя. То есть ты живешь в гостинице, там убирают комнату каждый день, угу. да, вещи сдаешь в прачечную, уже поглаженные забираешь оттуда, кушаешь в ресторанах, посуду мыть за собой не надо. То есть ты получаешь максимум удовольствия, и всего лишь тебе нужны деньги на это. А деньги – это работа. И если угу. работа тебе в радость, если она тебя развивает, приносит удовольствие, то ты просто окружен сферой вот этого счастья, позитива, ну, по-настоящему. Слухайте, ну це круто, знаєте, так поставити собі цілі, просто за неї йти і отримувати задоволення від життя. А ось 23 країни ви відвідали, от назвіть, які саме, от я хоча б послухаю, просто побрію там mm-hmm. побувати. І куди ви порадили нашим миколаївцям, глядачам поїхати, що відкрити, і mm-hmm. порадьте, до чого варто готуватися в тих країнах? Хорошо, по пам'яті спомню, це був Таїланд, потім Філіппіни, потім В'єтнам, Непал, Китай, Камбоджа, Малайзия, Индонезия, там Бали расположен. И там я уже не помню, это было все в перемешку. Сингапур, Бруней, Шри-Ланка, Мьянмар, Лаос, Япония, Корея, Мальдивы угу. и там еще какие-то страны. И это еще не все, так? И во многих странах я был много раз, например, в Таиланде я был 10 раз. В Сингапуре я был раз 6. То есть там настолько все переплетено, что ты куда-то едешь в какую-то страну, и ты по пути еще в 3 заглянешь. Це круто. Ну от порадьте, куди поїхати? Наприклад, якщо хочеться активного чогось, відпочинку, там, от екстриму якогось, от куди поїхати? Для таких случаев Непал рекомендую. Угу. Там Гималайские горы, 8800 метров, Эверест я наблюдал. Я поднимался на высоту 4130 метров, угу. все в снегах. Очень такая вот красивая и страшная атмосфера, когда ты сам в горах идешь, никого рядом с тобой нету, и идет снегопад. У меня много таких историй интересных. И, ну вот Непал это для экстремалов, угу. и туда обычно новички не приезжают. Угу. Угу. Там, а є якась підготовка, можливо, інструктори якісь готують, чи кажуть, якщо ти новичок, то краще не йти так, в гори? В гори – это большая коммерческая индустрия, угу. где все продумано до мелочей. Чтобы туда попасть, нужно получить разрешение, его нужно купить. Угу. Потом там есть гиды, есть люди, шерпа называются, которые твои вещи будут нести вместо тебя. Ты им платишь. Просто видав, да. так и идешь. Они такие маленькие, но такие мощные. То есть это какие-то сверхлюди. Вот честно, без преувеличения, один такой человек, меньше меня ростом и телосложением,
может в гору 100 килограмм веса нести. 100 Ой. Килограмм веса. Они всю жизнь этим занимаются. И в этом преуспели. Я думаю, на початку їм було важко, а тепер вони більш підтреновані такі да, ходити. Так, це показує, що чоловік приспосаблюється к любим условиям абсолютно. Слухайте, неймовірно. Так, отже, запам'ятала, Непал – це гори, екстрим, якщо романтики хочеться. От поїхати романтика, кудись. Максимум романтики – це на Мальдівах. Туди приїжджають 99,9% тільки молодожони. Ага. Тільки пари, які празднують ханімун, медовий місяць. Угу. І це прикольно. Слухай, ну Мальдіви, ну мені здається, це вже таке, ну от заїжджена країна, куди ну всі можуть поїхати, можливо, чи хочеться поїхати, всі мріють. А от можливо щось таке приховане, якесь таке романтичне місце, де ви були навіть зі своєю дружиною. Я знаю, що ви вже подорожуєте з нею разом. Угу. Прям какое-то такое место. Да. Ну, наверное, уже во всех странах люди, украинцы, побывали, да, так-то. Я бы больше обращал внимание на отдельные части каких-то стран. Mm-hmm. То есть есть популярные направления в Индонезии, в Таиланде, а есть непопулярные. Например, в Таиланде Симиланские острова, там очень красиво. Mm-hmm. Там такая синяя, такая насыщенная водичка, и туда не так много этих туристов ездят. То есть, ну, нужно находить именно уже более индивидуально. Угу. Тобто вже самі вивчаємо, самі щось собі підбираємо, але да. Ось... Для мене Мальдива – це саме романтичне місце, тому що воно дуже красиве, дуже дорогое, і ти там реально ціниш от цей день, де ти живеш в красивому місці, прям помінутно. Угу. А розкажіть трошки, ну, от пов'язані ваші, от як ви подорожували. Я знаю навіть про Мальдіви, там цікавий приклад, ну, от ваша історія. Розкажіть, угу. Як подорожували, як відвідали цю країну? На Мальдіви, да? Да. У нас, коли ми познайомились з моєю супругою, і у нас почалися відносини, вона працювала в гостиниці п'ятизвіздочній на Балі. И я ей сказал, что, ну, как бы, раз уж мы вместе, ты можешь увольняться со своей работы и путешествовать, потому что я в одном месте жить не буду. Mm-hmm. Вот. И, мне пришлось постараться, чтобы ее уговорить, потому что нужно доверие, работа у нее очень хорошая, здорово платили. Она в итоге согласилась, и мы поехали такое турне по семи странам Юго-Восточной Азии. Цель была для меня... пристрастить мою девушку тогда еще к путешествиям, uh-huh. потому что для меня это важно. И Мальдивы была для нас последняя страна уже. Там у нас был один инцидент, про который вот вы уже знаете, на Шри-Ланке мы попали uh-huh. в неприятную ситуацию. Вот, и чтобы как-то реабилитироваться, все-таки я как мужчина как бы ее создал, так скажем, mm-hmm. да, ее туда привез, в это место. И чтобы реабилитироваться, я решил на Мальдивы свозить. Нормально, такая реабилитация, знаете, попросить пробачення у дружины. Оно там рядом просто, mm-hmm. там лететь один час со Шри-Ланки, да. И решили, ну, живем один раз, надо пробовать, когда мы тут сюда еще приедем. Угу. І от розкажіть, як ви там жили, от хоч трошки поділіться враженнями. Хорошо. У нас була мечта не просто побувати на Мальдівах, там є і бюджетні варіанти. Угу. Скажімо, сам остров Мале, столиця, там живуть місці і там ціни достатньо низькі. І побувати там – це не значить побувати на Мальдівах. Я хотів пожити іменно в домике, який розположений прямо на воді. От ми бачили ці всі фотографії. И для меня вот побывать в этом домике, пожить там, это побывать на Мальдивах. И мы дня три искали лучшие предложения по отелям, потому что цена сумасшедшая. И вот нашли одно из них, там была скидка 40%, угу. место очень красивое, остров целый, 5 звезд. И со скидкой 40% цена была за сутки $1500. І тут одразу в мене ці цифри побігли. І тут було тяжело рішитися на таку покупку, так скажемо. Да? Mm-hmm. І це не включає питання. Тобто, це тільки завтраки включені. Mm-hmm. Обіди це і ужини одні. Це тільки ніч і сніданок, так? Тільки, чи... да, ніч і слухайте, завтрак. Слухайте, 1500 за ніч віддати. Ну, це так, це хороший подарунок. Ми там пробули 2 ночі і 3 дня. І... Я пытался не работать в этом месте, оно очень романтично, хочется uh-huh. проводить время все время вместе. Но я такой человек, что я люблю работу, я не могу, я говорю, слушай, мне надоело отдыхать, пойду хоть часик поработаю. Хоча б годинку, ну да,
так, дійсно. Чому б не попрацювати хоча б годинку? Ну і так коротенько, куди ще мрієте, що мрієте відвідати і от з родиною куди поїдете? Моя следующая мечта по путешествиям – это совместное с моей супругой, с ребенком, в идеале с моими родителями и еще в идеале с родителями моей супруги. Ого! Все вместе. Это требует очень много денег, да. И мечта такая, что приехать, скажем, в Японию, 6 месяцев там пожить все вместе, потом поехать в Европу 6 месяцев пожить, потом в Америке 6 месяцев, в Южной Америке и вот какие-то ключевые точки в Китае тоже. Пожить по полгода, потому что, ну, полгода – это тот срок, когда ты, как бы, можешь действительно не просто посмотреть что-то в беглом формате, но и прочувствовать жизнь там. Слухайте, це круто, я бажаю вам дійсно успіху, щоб у вас вийшло так зібратися усією родиною, помандрувати. І чекаємо ще в Миколаїв, бо я знаю, що ви проїздом, чекаємо ще, щоб ви приїхали, поділилися цими враженнями з нашими глядачами, можливо, якимось досвідом. Я нагадую, у нас сьогодні був Ігор Полтавцев, експерт з працевлаштування в інтернеті, мандрівник, розказав нам, що як мандрувати, куди поїхати, якщо просто на будь-які бажання, куди ви можете поїхати. Ну а я з вами прощаюся на сьогодні. Зустрінемось в інших ефірах. Бувайте!